авиакомпании «Египет» желает вам приятного полета. Мы сидим в аэропорту Южно-Сахалинска, летим в Москву, рейс 6284, 11:50. Начало нашего путешествия в Крым, город Севастополь. Это мой внучок, мы летим вместе. Помахай ручкой. Мы сели в самолет. Наше путешествие продолжается. Сейчас 15 минут 12-го. Мы будем отлетать на Москву. Водичку достать? Вот мы в салоне, второй салон. Все в салоне усаживаются на свои места. Ну что, приятно? На этих мониторах будем 8 часов фильма смотреть, да, Ромик? Наша основная точка отлета – город Южно-Сахалинск. Вторая точка прилета – Москва. Все пассажиры готовы к полету. Добрый день, дамы и господа, наш экипаж приветствует вас в аэропорту самолета Boeing 777 авиакомпании «Россия». Пожалуйста, ответьте в Выруливаем на взлетную полосу. Все выходы оборудованы неудобными этапами. Каждый выход обозначен световым таблом «Выход». All exit items is displayable on question slide. Each exit is not coordinated the exit sign. Наш самолет набирает обороты двигателя и мчится по взлетной полосе.
мы взлетаем. Под нами город Южно-Сахалинск. Оставив позади себя Курильский хребет, мы летим над морем. Мы прошли над городом Хабаровск. Пришло время обеда. Сейчас посмотрим, чем нас накормят. Вроде неплохой наборчик. Я заказывал спагетти и мясо в нарезку. Рома уплетает за обе щеки. Проголодался. Картошка. Картошку с курицей. Очень вкусно. Еда смотрится аппетитно. Ну что, приступим? Обед наполовину опустел. Теперь ждем чай к этим булочкам. А Рома уже съел. Ну даю. Ромик очень захотел кушать, что все быстро съел. Полет наш продолжается. Сейчас время 6:40. Сейчас прошли над городом Благовещенск. Пролетаем Якутск. До места назначения 5000 километров. Будем лететь 6 часов. Сейчас летим рядом с городом Норильск. Пришло время ужина. Сейчас посмотрим, что нам принесли. Посмотрим, что у нас здесь.
Что у нас здесь? О, курочка и гречка. Славно. Очень симпатично выглядит. Аппетитно. Ромику тоже досталась курочка и гречка. Вкусно? Да. Все кушают. Вот только пришлось долго чай ждать, как и в обед. Сейчас пролетаем между городами Казань и Архангельск на высоте 11 тысяч метров со скоростью 872 километра в час. Летим над городом Сыктывкар. Нам все еще не принесли чай. Одну булочку уже съели, одна осталась к чаю. Пролетаем над городом Ярославль. Пролетели города Тверь и Калугу. Пролетаем над городом Москва, столицей Российской Федерации. Самолет снижается. Мы заходим на посадку в аэропорт Шереметьево, сектор Д. Дамы и господа, добро пожаловать в покой героев Москвы. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево имени великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Терминал прибытия Т. Ladies and gentlemen, welcome to Moscow. Our flight has landed at the Sheremetyevo Airport, named after the great poet Alexander Pushkin. We are arriving at Terminal D. Местное время 12:50. Разница во времени между Южно-Сахалинском и Москвой составляет минус 8:00. Температура плюс 22 градуса по Цельсию. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах под застегнутыми ремнями. До выключения тепла предпринимаем. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте.
Международный аэропорт Шереметьево по своей сути очень огромный, разделенный на сектора. Мы сейчас подруливаем в сектору Д, чтобы дальше лететь до города Симферополь, Крым, через 2 часа. Мы сидим в аэропорту Шереметьево. Скоро будет наша посадка на Симферополь. Мы в аэропорту Шереметьево. Ромик смотрит свой смартфон, играет игру. Полетаем на Симферополь. Московский конный аэропорт. Так, вылетаем на Симферополь 16:05. В Москве. Аэропорт Шереметьево. Внимание, пассажиры Федоровы, Васильевы, Конюшевы. Федоровы, Васильевы и Конюшевы, вылетающие рейсы номер 533, Москва, Симферополь, авиакомпании «Сильный ветер». Просьба срочно пройти на выход номер 2, посадка на 6 заканчивается. Пассажиры, вылетающие рейсы 533, авиакомпании «Северный ветер», Симферополь, просим срочно пройти на посадку самолета. Выход номер 2, выход на посадку изменить. Сейчас идет посадка на наш рейс. Мы идем на посадку. Мы уже сидим в своем самолете. Самолет выруливает на взлетную полосу.
подготовкой нашего самолета к улету. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, стулья кобры. Желаем приятного полета. Ladies and gentlemen, take us ready for takeoff. Please ensure that all electronics are turned off and motors switched off. Your seatbelt is fastened, your seat is in a upright position and with the table is stowed. We wish you pleasant flight. Вот и наша полоса. Диспетчер дает добро на вылет. 16:15. Отправляемся. Москва, Симферополь. Немножко запоздали. Сейчас будем летать. Дорога дальняя. Там до Севастополя. И самолет набирает скорость для разбега. Взлетаем! Славно, наш самолет летит! Самолет летит над городом Москвой. Какая благодать! Очень давно это было, когда последний раз я летел над Москвой в Донецк. Это было в 1989 году.
Самолет вышел из-за туч, и мы летим над Крымом. Видим непонятные квадраты. Это распаханная земля. Выращивают виноград и другие фрукты и овощи. Какая красота! Мы скоро прилетаем. Всем первым. Наш самолет снижается для посадки в аэропорту Симферополь. Солнце садится, наступает вечер. Мы приземлились в аэропорту Симферополь. Посадка в аэропорту Симферополь имени Ивана Константиновича Розовского. Местное время 18:38. Температура воздуха в районе аэропорта плюс 25 градусов Цельсия. Аэропорт Симферополь. Так как у меня была ручная кладь до Москвы, в Москве за перебор 2 килограмма мне пришлось заплатить 2000 рублей, чтобы не сдавать в багаж. Аэропорт Симферополь. Сейчас ждем звонок от шофера. Заказывали в фирме Kiwi такси до Севастополя. Стоимость поездки 2300 рублей. Машина Renault. Дети едут в авто. Ресторан черноморской кухни. Робот. Ой,
проверки. Регистрационные стойки. Эскалатору на второй этаж, зал ожидания. Зал ожидания. Аэропорт Симферополь. Вот и славно. Наше такси стоит у входа в аэропорт. Мы едем в Севастополь. Дорогие друзья, если вам понравился мой фильм, подпишитесь на мой канал, пишите комментарии и не забывайте ставить лайки.